С неослабевающим интересом мы продолжаем следить за тем, что происходит на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Продолжаются соревнования спортивных пар и с произвольной программой. На лед уже готовы те, уже вышли на него двукратные чемпионы страны Александра Байкова и Дмитрий Козловский, выступающие за команду «Нас не догонят». Козловский прокатали не безошибочно. К сожалению, после выброса флип она упала. Но, понимаете, цена этих соревнований. Вот есть соревнования настоящие. И
Тамара Николаевна, она же не дремлет, она пробует на следующий год новые какие-то вещи. И вот мы увидели, и вы сейчас посмотрите, мы увидели сальтов параллельный, тройной, и на выезде два с половиной акси и еще один два с половиной акси. То есть, понимаете, оценка-то увеличивается. Они на чемпионате России этого не делали. Вот он, этот улуп. Показали только тулуп, к сожалению. Вот Тодос. Тодос, я бы сказала, что не так низко была голова, и долго она ложилась в Тодос. Но положение это было принято, и все. Александра Бойкова, Дмитрий Козловский. Их прекрасная Анна Каренина. Произвольная программа. Ребята, сложнейший каскад на старте. Блестящее исполнение всех элементов, но в конце чуть-чуть не получилось. Чего не хватило? Не хватило сил. Немножечко побороться надо было. Дим, мне кажется, что сегодня ты особенно проник в этот образ. Ну, катаюсь с такой замечательной партнершей, настоящей профессионалкой своего дела. Волей-неволей проникаешься. Дима! Хочешь, я тебе расскажу про классных партнерш? Сегодня тебя поддерживала очень классная партнерша. Она сейчас сидит у нас в боксе. Я никак не мог выиграть соревнования эти. Никак. Я думаю, что мне не хватало моей партнерши Татьяны Волосожар. Поэтому давайте поаплодируем. Двукратная олимпийская чемпионка. Чемпионка мира. Четырехкратная чемпионка Европы. Татьяна Волосожар. А сейчас... оценки Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Внимание на экран. Силы сегодня пригодятся не только спортсменам, но и зрителям, и тренерам. Срывает голос уже Максим Троньков. Больше по сравнению с Тарасовым и Морозовым набирают Бойкову, Козловским. И еще на один балл приближают. Нас не догонят к красной машине.